Добрый вечер, дорогие друзья. Хороший зимний вечер. Январь еще на дворе. Поздравляю всех с наступившим Новым годом, с прошедшими зимними святками. Буквально несколько слов. Когда меняется цифра в году, такое ощущение, что начинается какая-то маленькая, новая маленькая жизнь. Как бы подсознательно ловишь себя на мысли, что опять по новой. Начинаешь опять по новой что-то затеваешь. Вот. И также, наверное, в каждом каком-то отдельно взятом событии внутри, там, не знаю, дневном, часовом, минутном и так далее. И свое начало, и свой конец. И это очень интересно. И вот в детстве об этом не думаешь, потому что в детстве кажется жизнь бесконечной. И вообще не думаешь, наверное, о жизни, просто живешь. А с годами ты начинаешь задумываться, что к чему, что почем. И вот сегодня такая здесь домашняя атмосфера, и столько пришло друзей. Я, правда, ничего не вижу. Вот, никого не вижу, но я чувствую, что здесь много друзей, знакомых. Вот. И хочется вот прожить вместе с вами эту жизнь, вот, и как бы заново. Ну, по ходу. Thank you.
молодая была. Как и я, ой, как и я, удалой на мальчишка, ай-яй-яй, я ж на сбор в горенке лежу. Скрозь мои вой, скрозь мои, кости да суставы, ай-яй-яй, травка, муравка, Бог да прослав. Резвые ножки, ай-яй-яй, стёжка, дорожка, Бог да пролегла. Скрозь мои, ой, скрозь мои, сохранение усты, ай-яй-яй, быстрая речка, Бог да протекла. Скрозь мои, ой, скрозь мои, ой, не скажи, ой, не скажи.
смерти, но это нормально, да, что человек в такой взаимосвязи с миром находится, что представляет из себя целый космос. И теперь о чем-то чисто женском. Oh, yeah.
девичья воля. Короткий девичий век. И, конечно же, сразу вспоминаются родные люди, бабушка. Ай. Козел за лыканей, казавшего за реку. Козел пришел с лыканей, козы не кусали хумана, сидит заверху. Погоди же ты, коза, ух, я нашлю на тебе волков. Ай, волки не в козырезы, козы не кусали хум, она сидит заверху. Погодите вы, волки, я нашлю на вас людей. Ой, люди, не дрог, а ведь а волки не в козыре, так козы нету за лиху. Она сидит заверху. Погодите вы, людей, ах, я нашлю на вас и смерть. Ох, смерть не идет, люди, косить, а люди не дрог, а ведь а волки не в козыре, так козы нету. Погоди же ты, смерть, я нашлю на тебе огонь. Огонь не идет, смерть же, смерть идет, не косите люди, не дрог, а ведь руки не в козыре, за козы нету за рехом, а косите да за верхом. Погоди же ты, огонь, ох, я нашлю на тебе воду. Вода не идет, огонь не идет, огонь не идет, смерть же, смерть идет, не косите люди, не дрог, а ведь руки не указы, резать козы нету за реху, она сидит за верху. Пока
же пивота, ох, я нашлю на тебе быков. Выкини в воду, вода не идет, огонь идет, свежий, свежий, дети, дети, косики, люди, не дурно, камень, руки, не дурно, козы, резы, козы, нету сырьку. Молодцы. Погодите вы, быки, я нашлю на вас дубье. Дубье не идет выковать, быки не идут воду, пить вода не идет, огонь, а лить огонь, не идет смерть, жесть, не идет, прийти косить, люди не идут волка, бить руки, не идут козы, резать косы, нету сырьку. Погоди же ты, дубью, ох, я нашлю на тебе топор. Топор не идет в ёру, ведь в ёру не идет в гору, в гору не идет в воду, ведь вода не идет в огонь, или в гору не идет в свежий, в свежий, в гору не идет в руки, не идет в волка, ведь в руки не идет в козы, резать козы, нету сверху. Погоди же ты, топор, ох, я нашлю на тебе гору. Гора не идет на порт, тут топор не идет в яру, нету меня, не идет в голод, не выкинь, не идут водок, вода не идет огонь, не тягу, не идет свечи, 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 тихо сидят люди, не идут волка, не идут волки, не идут козы, резать козы, нету сырьку. Погоди же ты, гора, ох, я нашлю на тебе червей. Черви не идут в гору, тачи гора не идет, топор, тут топор не идет, в яру, не идут, не идут в гору, вы черви, я нашлю на вас гусей. Гусей пошли черви, клевать черви, пошли гору, значит гора, пошла в топор, тут и топор, пошло в дубье, рубить дубье, пошло бы его, и выйти, пошли в воду, и вода, пошла огонь, и как бы пошел с нечисти, пошла люди, косить, люди, пошли волками, и волки, пошли за козой, привели ее домой. Бабушка об этом не знала, но очень точно все вписала их в систему мироздания. Когда я с возрастом вспомнил вот эту вот потешку бабушкину, я несказанно был удивлен, потому что сделал для себя сразу много открытий о полезности этой истории. Ведь все, что делалось людьми для людей, не то, что как в наше время, сегодня вся Китайная группа есть много завуалированного, и не все то, что делается для людей, полезно. Но в те моменты никто человеку, по большому счету, ближнему не желал ничего плохого, а желал только добра и любви. Вот. И в этой обычной, простой какой-то деревенской потешке содержится целый комплекс полезных вещей, полезных знаний. Ну, во-первых, это взаимосвязь в мире, да, в котором присутствует все, и стихии человека, и смерть, и вода, и огонь, и природа, и мир, так сказать, и металл, и гора, и камень, да, все там есть. И коза, самое главное, да, в главе всего, вот это, которое очень сложное, капризное животное, да, вот. И каждый куплет, да, и все они находятся в взаимосвязи, все они находятся в одной вот этой вот цепочке, и одно звено без другого не существует. И стоит одно звено здесь потерять по дороге, и у тебя будет совершенно еще какая-то абракадабра уже, да, никакой логики уже не будет. И все это важно помнить, то есть память развивается, развивается речевой аппарат, артикуляция, развивается дыхание, потому что нужно все больше и больше вот этих звеньев цепи пропить на одном дыхании, на одном выдохе. Вот. И это, ну, сплошное здоровье, 100%. Поэтому
призываю вас не смотрите свысока на вот эту вот народную мудрость, а лучше применять ее на деле, в своей практике, в общении с детьми, да и просто для себя самих. Вот у кого есть... Да. Спасибо за поддержку. А вот у кого на даче, наверняка у кого-то на даче есть доски всякие, да, которые просто... Вот, кусок доски может доставить вам огромное удовольствие. Да, и соседям тоже. Вот смотрите, а тоненькая такая, да, трапеция вырезанная, подвешенная на веревочках. Главное, чтобы сухая была доска. Дерево на самом деле важно какое, но вот это, по-моему, осина. Да, и можжевеловые палочки, да, палочки из можжевельника, видите? Вот, с этим инструментом очень легко отгонять всякую нечистую силу от вашего домашнего хозяйства. Что мы сейчас и проделаем, очистим пространство.
который я играю на рожке. Вы его запомнили уже, да? Это один из древнейших ходов, которые означают зов. То иди сюда, иди домой, урой. Этот ход прекрасно знаком рок-музыкантам. За игру на рожки им приплачивали достаточно серьезно. Вот. И этот инструмент был распространен на Верхней Волге. И благодаря этому инструменту мы на самом деле знаем, ну, наши предки, по крайней мере, знали, а до нас дошли только отголоски тех знаний. Наши предки знали как минимум 150 или 200 общих русских песен,
которые были распространены в средней полосе России, вот, ну, Москва, Питер, вот, вокруг крупных городов, вот, и так называемые русские стандарты. Все мы знаем американские стандарты, здесь как раз клуб Алексея Козлова, джазовый клуб, здесь достаточно много, наверняка звучит джазовый стандарт. А русских стандартов, ну вот как-то не звучит, но вот один из них, из этих стандартов, сейчас прозвучит, я вам его сыграю. Но даже если вы покопаете в своей памяти, вы наверняка вспомните несколько песен, которые могут сегодня спеть все здесь находящиеся. Кто может с места назвать хоть парочку троечку песен? Нет? Не верю. Сейчас только вот начните вспоминать и сразу вспомните как минимум штук 20. Просто она как бы в пассивной памяти, вот эта история вся. Ну, сейчас я вам одну песню сыграю, вы наверняка слышали. Она является классическим русским стандартом до такой степени, что замечательный русский композитор классический, великий русский композитор Петр Ильич Чайковский использовал мелодию этой песни в своем знаменитом первом фортепианном концерте. Знаете, да? А что дальше? Yeah.
Браво! Кто-то не понимает очень хорошо. Несколько голосов. Как замечательно. Правильно. А теперь про тяжелую мужскую долю. Что у нее смешного, собственно?
Не, он не отрезал, нет, не отрезал. Боже, спасибо. Порезал, только порезал. Серпом руки. Жалко вам, да, жалко? А почему? Вот давайте разберемся, разберемся. Почему Ваня порезал себе руки серпом? Ну вот скажите, ответьте мне на этот вопрос. Маму не послушался. А? Маму не послушался. О, золотые слова. Маму не послушался. Она же ему что сказала? Ваня, ступай, сожни нашу полоску. Он пошел не той дороге. Что у него там в голове было? Вот. Не нашел свою полоску, чужую стал жать. Да и то даже не жал, а, сами понимаете, глупостями занимался. Вот. Так наказание, оно же вот сразу же его настигло. И он даже спокойно до дома добежать не мог, чтобы руки перевязать себе, под ним мостик еще обвалился. Вот. Непослушание родителей ничего довольны. Так что дети, если тут есть, подростки, у которых еще есть родители, пожалуйста, да, слушайте, пожалуйста, родителей. Они плохого не пожелают. И слово родительское. Спасибо за поддержку. А то все кого-то слушают, а вот отца родного никак. Говорит, что мне ложки. Они ложат. Масленицы не загорою. Веселое время было когда-то. Thank you.
часовые, ой, ну, ой, ну, ли, вали часовые. Я плохой, но я худая, твоя вековая. Я за девочку люблю.
слово нашей Мажинской.
еще поискать, когда вот с одной стороны вот тот дальний, представляете, дальний, который письма шлет, сухота, любовь, то есть, в переводе мысли. И ближний, который сам идет, красота, природа. И вот, когда мне попала на глаза однажды книга Николая Сербского, святителя, замечательно совершенно, человек-мыслитель, миссионер, там была глава, посвященная Еве и Марии. И вот Ева родила человека-убийцу и направила вектор человечества вниз, а Мария родила Спасителя, направила вектор человечества вверх. И вот эти два начала женских так до сих пор не избыты, они так как бы у женщины не существуют. Она все время постоянно борется, она все время перед этим выбором, быть ли ей Марией или быть ей Евой. Вопрос, то есть ответа на этот вопрос в этой песне не содержится. Мы сейчас поем свадебную песенку. И вот эти как раз замечательные колокольцы, которые вешают лошади на шею, когда-то они были как раз вестником того, что едет свадебный поезд. Если бы проблемы заканчивались свадьбой, не было.
весело на свете. А в Тверской области, ну я не знаю, странно или не странно, но так сложилось. Я там бывал много раз и записывал там много разных песен. И там очень много, большое количество баллад. Вы знаете, что такое баллады? Баллады — это всегда содержит какой-то, в общем, понятно, летальный исход где-то там. Вот, в связи с чем-то. Вот это, а? Чисто по-русски. А вот, эта баллада не, точно так же не избежала подобной участи, но она содержит в себе очень глубокую мораль, связанную действительно с верой, с тем, что мы никогда не должны забывать о своей любви, своим ближним и дорогим людям, которые ни на секунду буквально. Поехала наша королюшка, ай на гуляние цагое, поехала наша королюшка на гуляние цагое, бросила жену боярыню, ой, на горевание цагое, бросил жену же боярыню на горевание. А саме же наше королюшка пошел в шатер спать, ой, а саме же наше королюшка пошел в шатер спать. Ложилась спать королюшка, ай, Богу не молясь, ой, ложилась спать королюшка, Богу не молясь. Приснилось сонной королюшке, не слишком сонной хорошой, приснилось сонной королюшке, не слишком сонной хорош. Как из-под проверученьки, дай вылетел соколу, я из-под ленивой рученьки, утеца проплыла. Пошел же наш королюшка, ай, к бабушке сонной гадать, ой, пошел же наш королюшка, к бабушке сонной гадать. Ай, бабушка, отгадчица, отгадай мой сон, ой, бабушка же отгадчица, отгадай мой сон. Ай, милый мой королюшка, ай, не слишком сонный хорош, ой, милый мой королюшка, не слишком сонный хорош. Жена твою, боярыня, сына же родила, ой, во втором часу времени сама же померла. Поехала наша королюшка к своему же ко двору, ой, поехала наша королюшка к своему же ко двору. Воротики тесовые отворенные, ой, воротики же тесовые отворенные. Жена его боярыня возродила жит, ой, жена его же боярыня возродила жит. Ай, сынок ты мой, сыночек мой, остался ж сирота, ой, сын ты мой, сыночек мой, остался ж сиротой. Нету тебе сыночка, ай, родимой матушки, нет молодой жены. Опять он приходит родители. Теперь папу надо вспомнить. Ай, серьезный был человек. Скоморох. Настоящий.
Oh.
Создано народом, создано исключительно чувством любви. И это очень важно. Thank you.
Широко, широко разлилась река, широко, широко разлилась река, широко. Широко, широко разбрелись луга, широко, широко разлились поля, широко.
шатать.